7:20. Только произошел рассвет. Полчаса назад. Я уже на тропе. Надо заниматься своим здоровьем. Больше им никто не занимается. Примерно градусов 5. Лес остыл. И листья сбросил. Красота. Начинаешь прогулку. Особо, так сказать, никаких мыслей нету. И потихонечку общение с природой. Какие-то начинают навевать мысли. Совершенно иные. Появляется совершенно иная энергетика, ощущение красоты и величия этого мира. И начинается тонкий целительный процесс матушкой природы. Виды луны, солнца, облаков, неба. Опавшие листвы, все это вызывает какую-то радость. А я неоднократно говорил, тело питается едой, разум знанием, а дух возвышенной радостью. И вот эту вот утонченную, возвышенную радость от крика вороны, от свежего, такого прохладного, бодрящего воздуха, врывающегося тебе в ноздри, в легкие, возникает утонченная радость. Меняется выражение лица, становится совершенно иная энергетика. То есть очень важно, вот я все хожу, будем говорить, там разные мысли идут, разные там ассоциации. Так, вот мы все привыкли работать над физическим телом, то, что видим. Но за ним-то лежат боли. Тонкие тела, которые руководят им и строят. И вот как раз радость, какая-то уравновешенность, гармония внутренняя, они способствуют укреплению где-то тел, которые начинаются с уровня манаса, ума. То есть как только ум наш приходит, волнение, а этому способствует наша жизнь, так и начинается подвижка, энергетическая подвижка, в первую очередь, все эти энергии туды-сюды, там-сям и по-всякому. Они меняют свою траекторию, они там где-то ускоряются, где-то замедряются, где-то останавливаются, где-то это. И все это, как бы сказать, руководящий сигнал с уровня манаса. Начинает, естественно, вызывать свои изменения в последующем. Это чувства,
какие, что ты чувствуешь. Далее за чувствами, вернее, вот этот ум и чувства начинают менять, значит, что там у нас? Силовую установку, голографические наши чертежи построения эфирного тела, как должны идти процессы, все это начинает меняться. И вот важно вот эту вот гармонию установить не с уровня, там тебе пятки трут, ты там расслабляешься, а на самом деле тут расслабился, а мысли там продолжают еще такие будоражить. А вот именно получить настрой на день, на целый день, и вот это вот сделать, как бы сказать, гармонизирующий посыл с вот этих вот самых тонких уровней. Вот оттуда начинается, можно говорить, и здоровье, и творчество, и судьба меняться. Многие-многие вещи начинают делаться. То есть, как я луну вижу. Полнолуние, наверное, вчера было. То есть, вот смотрите, тонкая мысль пришла и ушла, я не успел ее зацепить. Сейчас попробую воспроизвести. То есть, ага, вот она. То есть ты заявляешь пространству о себе не как какая-то частица, которая тут хапает, все там что-то там такое разрушает, вот это там не надо, вот это вот. Там что-то там считает, что-то там думает, предугадывает и так далее. А ты как, ну, говорить, как нечто родное, нечто такое любимое и дорогое этому пространству. Ты его так ценишь. И оно тебя начинает так же ценить. Кобелюшки. Вот. И оценка эта выражается вот совершенно в ином к тебе отношении. Вот ты вдыхаешь. И такое ощущение, как будто ты получаешь пищу, самую вкусную, самую полезную. Но это всего лишь навсего, будем говорить, воздух. Но не просто это воздух, а это сама жизнь. Потому что, как бы лучше объяснить, вот, а рыба плавает в океане, да? То есть для нее океан – это и среда передвижения, и среда питания, и среда, из которой она свое тело строит. Так точно и вот это вот воздушное наше пространство возле матушки Земли, оно, да и весь космос, это живое образование, причем потенциал, как бы сказать, жизненной энергии вот здесь вот, намного, намного, намного больше, нежели во мне самом. Это особенно хорошо ощущается на голоде. Ты вроде голодаешь, а движешься как-то, чувствуешь себя нормально при правильной настройке сознания. То есть ты не боишься голода, а ты наоборот понимаешь, что ты перешел совершенно на иное питание. Но это же питание можно и так вот получать. И вот такие вот вещи, конечно, есть, будем говорить, вот грубые чувственные удовольствия, а есть тонкие. Грубые чувственные удовольствия, ну это в основном через телесные чувства. А вот за телесными чувствами стоят чувства тонкоматериальные. И вот почувствовать, как они работают, как ты получаешь от них удовлетворение. О, это совершенно иное. И тогда ты ощущаешь радость, ощущаешь здоровье,
ты ценишь жизнь, вот это возникновение такого чувства, что ты творческая частица некого или нечто от великого, единого, целого Создателя Вселенной. А не вот это вот раб, который тут идет по жизни, подвластной чужой воле, выполняющей чужие вещи. То есть я бы хотел сказать, что я там бунтарь, или есть люди бунтари против вот этого общества, которое повязало людей всевозможно. А вот это как бы, ну, по-иному взглянуть на окружающий мир и найти в себе силы, чтобы совершенно по-другому относиться к окружающему миру, к работе, послать ее нахрен собачьей, делать то, что тебе нравится, и получать деньги больше, нежели из-за подневольного труда. То есть это совершенно иное умение. Вот тогда, говорит, возникает полнейший балдеж от жизни. И тебе даже не надо кого-то, чтобы кто-то там тебя там веселил или еще что-то делал. Вот ты и Вселенная. И все. А если, конечно, с другими людьми встретишься, пожалуйста. Можешь им что-то сказать, насколько они смелы. То есть надо иметь смелость, внутреннюю большую смелость, чтобы, опять-таки, не противопоставить себя этому обществу, а и даже не отстраниться от него, а совершенно по-иному в нем взаимодействовать. Вот так как-то. То есть некоторые вещи трудновато высказать, но прекрасно можно ощутить. Замечательный денечек. И видите, мы переходим от пирожков раздельного питания с клизмами и прочим к совершенно иному оздоровлению, к совершенно иному взаимодействию. Ну, не надо там куда-то уезжать, отпуск там, море там, еще что-то. Ну вот, вышел в парк, где ты можешь разогнать свои двигунки и вперед. И чувствуешь, вот интересное такое чувство, что не только ты радуешься, но и мир радуется с тобой вот этому утру, наступлению дня. Вот эти вот солнечные лучики идут, сейчас солнышко выглянет. Вот радует, смотрите, какая картина меняется. Я очень люблю виды природы. Вот мне, так сказать, чувствуется, что за всей этой красотой стоят некие силы разумные. Ну, примерно вот так вот. Я просто иду и балдею, понимаете? И раньше у меня такое бывало. Но вот именно сейчас произошло, как бы сказать, осознание и возможность хоть как-то объяснить свое состояние. Как оно возникает, что оно делает. Лепота.
хорошие слова, вот есть лепота, хорошечно. Вы начинаете понимать, насколько это не просто хорошо, а вот туда ж, вы знаете, углубляетесь в самые первоосновы вот этого хорошо. И тогда, естественно, с таким настроем сознания трудно на вас навести порчу, пока вы сами не откроетесь. Хорошечно. Красота, лепота. Хотел сегодня порыбалить, гарпун забросить, но как я посмотрел, дно грязное, вода отступила, и просто-напросто подходы крайне затруднены. Вон вороны. Да, рыбка есть, вот там плавает, плескается. Раньше даже как-то можно было туда пройти. Вот там бы я установил свои гарпуны. Туда забросил бы. На макуху. Но представьте себе, вот тут вот. Пройти я и сапоги взял, но это тут целая морока. А, красота какая. Сочетание земли, воды, леса, воздуха, тучи, луны. Вот, решил. Решил, лучше я похожу. Я думал, после рыбалки походить, но... Думаю, без рыбалки похожу там. Навязывать все это там такое. Пускай подсохнет, тогда можно будет забросить. Походить, так сказать, приятное с полезным сделать. А? Синички чирикают. Сегодня я проснулся. Где-то без 10. С восходом солнца без 10:07. И не стал дальше. Дальше досыпать. Хотя что-то такое было, вроде ты не заснул. А поднял себя. То есть вот воля как раз она тут. После сна слабовато. А, какая красотища. Камера передает или нет? Я пошел на второй круг. Ну, такая вот получилась интересная. Интересный монолог. Из, в моем изложении. Можно встать вот так вот. Смотреть на солнышко и вдыхать его в живительную энергию. Вот так, потянули. Наполнились и проглотили, вдавили ее в себя. Сразу чувствуется, ваш потенциал стал больше. Так что энергии в окружающем пространстве намного больше, нежели в нас самих. И мы работаем за счет этой разницы. Хотя там, конечно, и питание как-то влияет и так далее, и тому подобное, но... По большому счету, именно нас кормит вот это вот, содержит, строит и дает различные, так сказать, блага и прочую-прочую судьбу и прочее-прочее. Это пространство. Разумное, мощное, наполненное жизнью, творческими энергиями. Пространство. И вот когда научишься брать вот эту творческую энергию, исцеляющую творческую энергию, тогда великолепно. Тогда начинается совершенно иное. Красота.
Лепота, лепота хорошечная. И на фоне солнышка я вам посылаю вот такой благостный посыл, настрой. Не только свое настроение, а вот это вот настроение, умиротворение, целительные силы, потенциал, вот эта вот творческая энергия, которая сейчас утречком начинает разворачиваться. Принимайте.